Дочь Вита где-то полтора года назад по неосторожности упала. На правой ноге внизу была трещина. Наложили гипс, прошло время, а нога болит, появляются светлые пятна. Даже загар их не берет. Подскажите, пожалуйста, что нам делать? Принимать препараты для иммунитета. Первое, что необходимо делать, сок капустный. Берите сок капустный, его выдавливаете и каждый день пусть выпивает четверть стакана. Через 30 дней вот такие белые пятна все поисчезают. Когда будет принимать капустный сок, обязательно выходить загорать на улицу. Обязательно выходить загорать. Но бояться простуд, потому что в это время...